Сегодня мы, ну, наверное, Владивосток целое поколение, уже прошло 40 лет. Владивосток не видел ледового спинвея, представляете, да? Это поколение. И сегодня, ну, сказать, за 40 лет, благодаря, наверное, губернатору Олегу Николаевичу Кожемяка, вы сегодня увидите вот это зрелище. И мы начинаем представлять, ну, можно назвать, рыцари ледового спинвея. У нас 7 команд, командная гонка. Номер 1, Каминский Николай, город Владивосток, мастер спорта. Номер 2, ну это, наверное, самый титулованный спортсмен, он у нас самый титулованный по России. Это Иванов Данил, заслуженный мастер спорта, 13-кратный чемпион мира в личном и командном зачетах. Номер 15, запасной, Сыпулин Сергей, город Владивосток, кандидат мастера спорта. Это команда города Владивосток. Команда «Гранит» выпил Владивосток. Вторая команда «Гранит» города Дальнегорска. Номер 3, кандидат мастера спорта Амазаскян Григорий, неоднократный чемпион края по ледовым гонкам. Четвертый номер. Валерий Василий. Первый разряд. Город Дальнегорск. Также команда Дальнегорск. Валерий Василий. Номер 16. Мастер спорта международного класса. Барабошкин Максим. Команда Дальнегорска. Но он из города Усть-Илим. Третья команда у нас. ДОСААФ Приморского края. Пятый номер. Шалавин Аркадий. Первый разряд. Номер 6. Погожих Владислав. И у них запасным идет спортсмен, мастер спорта международного класса. 20-кратный чемпион России по кольцевым гонкам. Он сам из города Москвы. Московка Александр. Это легенда, легенда нашей России. Следующая команда у нас. Спортивная школа имени Шевченко, город Уссурийск. В этой команде принимает участие номер 7. Моисеенко Глеб, первый разряд. Номер 8. Юхнов Евгений, первый разряд. И ветеран города Уссурийска, 18 номер, Павлов Сергей. Команда «Звезда», город Большой Камень, принимает участие. Мастер спорта Лагута Александр. Ну, это брат Лагуты. Так что вы видите, да, у нас Лагута есть по ледовому спинвею. Вот Александр. И также по гаревой дорожке. И 10 номер за Большой Камень выступает Баев Александр. Следующая команда. Команда Локомотива ремонтного завода, город Уссурийск. Мастер спорта Иванов Андрей. Ну, тоже ветеран, серебряный призер еще бывшего чемпионата Союза по мотогонкам на льду. Он был серебряным призером. Следующий, 12 номер у нас. Момонт Владимир. Кандидат мастера спорта из города Уссурийска. И команда «Покер», город Уссурийск. В нем тоже также принимает кандидат мастера спорта номер 13. Змага Антон. И под 14 номером Корсун Павел. Вот 7 команд у нас. Сегодня вы увидите 21 заезд. Каждая команда повстречается друг с другом. И вы все, я вам еще все буду рассказывать. Внимание, звучит государственный гимн Российской Федерации.
Дорогие спортсмены, дорогие приемцы, вот мы снова с вами сегодня здесь собрались на стадионе «Авангард», который после 42-летнего перерыва впервые проводит ледовые скидки. И, безусловно, сегодня здесь будут лед резать отважные, мужественные и поистине бесстрашные люди, которые представляют все наши города, кто занимается спидвеем, мотокроссом, уссурийским, швидками. Конечно же, это Оленьгорск, Володя, Ваня комментирует это, но и команда Владивостока. Мы сегодня все болеем за наших ребят. У нас сегодня здесь есть спорты, гости, которые покажут удивительное мастерство свое. Ну и, безусловно, скорость, энергия гонщиков, дорогие друзья, очень рада, что сегодня на этом празднике собрались целую серию детьми. И это очень важно сейчас, в особенное время, в тяжелое пространное время, прививать нашим детям, нашим родителям. Чужды для тех, которые вот по ту сторону прививают тех стран. Нам очень важно поддержать наших ребят, которые сегодня находятся в зоне СВО и отдают свои жизни для того, чтобы у нас были такие светлые, ясные дни. Спортсменам удачи, пусть победит сильнейший. Удачи вам всем, с праздником! Спасибо большое. Ну что ж, уважаемые почетные гости, благодарим вас, пожалуйста, проходите на трибуну. Я думаю, что сейчас мы с вами их увидим. Спортсмены отправляются так, как это вас. Сейчас, я думаю, мы с вами увидим еще прекрасный момент. Вы его можете наблюдать на треке. Это наши юные воспитанники. Юные воспитанники – это те, кто у вас воспитывает. Те, кто начинает заниматься мотокроссом. Мотокроссом – это та дисциплина, которая воспитывает человека. Итак, я вам представлю, сейчас я поеду, у нас взрослые, да? Поедут взрослые, поехали на повторение, самые маленькие участники, полтиннички, да? Наше будущее, вот это будущее, которое, возможно, кто-то с ним пойдет на гаре в спиде, возможно, кто-то будет в ледовом его принципе. И они сейчас вам покажут показательное выступление, это на кроссовых мотоциклах. Они их шипуют специально для дна, то есть шипуют мелкими такими саморезами. И они сейчас просто покажут нам, пока там идет подготовка у нас недалеко, они будут пробивать мотоциклы, они покажут нам класс быстрее показательный. Наверное, класс 50, давайте, готовьтесь, класс 50, покажите нам. В классе 50 у нас Киселев Петр, 7 лет ему, стартовый номер 33. Милюлеев Степан, 5 лет, 51 номер. Черевка Михаил, 5 лет, 11 номер. Ватеев Иван, это мой друг, также ему 5 лет, 25 номер. Вот уже он начинается, но Настоящая физическая
Все у нас, все хорошо.